Этот ролик специально вот я тебе снимаю сейчас, показать, где я очутился. А остальное я завтра выложу, иншалла. Короче, здесь раньше эта психушка была, у меня как раз и видео про эту психушку есть. И тут эти бомжи жили. Смотри, что они сделали. Подожгли, короче. Большое здание было очень. И вот подожгли. Помогли пожарникам чуть-чуть. Короче, здесь все сгорело. Возможно, внутри люди, они хотят зайти сейчас, сломать все. Огонь тушится. Наверное, внутри никого не было, потому что окна на другую сторону, в другом здании были открыты. Они, наверное, прошли через эти окна. Вот. Вот бомжи заходили сюда и подожгли, наконец. Но почему с крыши начали сжигать? Вот в чем вопрос. Скорее всего, они, чтобы до них охрана не добралась, на крышу забирались и жили там. А электричества там не было. Утром вот приехал я специально снять видео, показать, что стало с этим заведением. Вон крыша сгорела, видно через окна. Эта сторона больше пострадала вроде. Сегодня утром, вчера ночью после пожара здесь была охрана. Поставили они охранников. И сегодня с утра должны были приехать полицейские, чтобы проверить, остался ли кто-нибудь еще там наверху. Да, вот концерт действительно. Ну, на этом все. Я заканчиваю снимать здесь. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Ждем еще новых событий, надеюсь. Не таких огнеопасных. Всем удачи, пока, салам алейкум.